С нами Тимур Муханов, нападающий команды «Северсталь», подводит итоги первого периода. Тимур, несколько слов по итогам первой 20 минутки. Хорошая, быстрая игра, хороший соперник. Команды играют в похожем стиле, поэтому игра проходит на больших скоростях. Никто не хочет уступать. Тимур, как вообще себя чувствуете после травмы? Да все отлично, восстановился. Работал здесь с тренером по физподготовке, так что чувствую себя отлично. На льду мы видели несколько потасовок. Как они влияют? По-спортивному разжигают или все-таки выбивают из игры? Да нет, ничего не убивает из игры. Это плей-офф. Опять же повторюсь, что никто не хочет уступать в борьбе, в стыках. Поэтому эмоции у всех на пределе, и получаются эти стычки. Но они только разодоривают. Спасибо, верим в команду.